Привет! Ну как, хотите сделать такого лебедя из бумаги? Тогда смотрите это видео до конца. Возьмите один лист А4, красного цвета, и 4 белых. Если у вас нет красного, то можете делать только белые модули и клювик потом разукрасьте маркером или фломастером. Как сделать модуль для оригами? Возьмите лист бумаги и согните его пополам. Разрежьте по складке. Получилось две половинки. Согните их пополам. И разрежьте по складке. Откладываем два листочка в сторону и берем два других листочка. Сгибаем. И разрезаем. Получили 4 кусочка. Сгибаем пополам. И разрезаем. Не переживайте, если прямоугольники не слишком ровные. Согните пополам. И разрежьте. У вас получилось 16 маленьких кусочков. Теперь возьмите те два больших листочка. Разрезайте их пополам, пока у вас не получится 16 прямоугольников. С одного листа формата А4 у вас должно получиться 32 маленьких прямоугольника заготовки. Теперь научимся складывать модуль. Возьмите маленькую заготовку для модуля и согните ее вдоль пополам. Сделайте складку по центру поперек. Загните правый угол вниз. Загните левый угол вниз. Переверните на другую сторону. Согните правый нижний уголок. И согните левый нижний уголок.
загните кверху правую нижнюю полоску. И левую. Согните треугольник пополам поперек. Получилось? Таким же образом делайте другие модули. Подготовьте модули для комфортной сборки фигурок. Расширьте их кармашки, вставляя уголки одного в кармашки другого. И затем такие подготовленные модули будет очень удобно использовать при сборке. Видите, их кармашки будут хорошо открыты, и их будет легко надевать друг на дружку. Кстати, вы можете смотреть телевизор или YouTube, когда вы делаете модули. Покажется, что время быстро пролетело, и вы наделали много модулей. Сможете сделать так? У модуля есть два отверстия, так называемые кармашки. И есть короткая сторона, и есть длинная сторона. Как сделать лебедя из модуля оригами? Чтобы сделать лебедя, нужно сделать одну красную заготовку и 127 белых. И сделать из них модули. Начинаем делать первые три ряда лебедя из модулей оригами. Возьмите два белых модуля в одну руку. Поместите их уголками наружу. И закрепите их одним модулем. Возьмите модуль и поместите его рядом с первыми двумя из первого ряда. Закрепите новый модуль еще одним модулем во втором ряде. Закрепите два модуля со второго ряда одним модулем третьего ряда. Если что-то непонятно, то перемотайте и посмотрите еще раз. Берем модуль в первый ряд. Закрепляем его модулем второго ряда. И затем модулем третьего ряда. Дальше будет все намного проще. Берем и добавляем по модулю в каждый ряд. И так и продолжаем. Модуль в первый ряд, во второй и в третий. Продолжайте надевать так модули, пока не наберете 14 модулей в первый ряд. Thank you.
После этого сформируйте кольцо, соединив первый и 14 модули первого ряда, и наденьте на них 14 модуль второго ряда. Сейчас у нас по 14 модулей в первом и во втором рядах, а в третьем только 12. Наденьте еще 2 модуля в третий ряд, и у вас должно быть такое колечко из 3 рядов по 14 модулей. Наденьте в 4 ряд 1 модуль короткой стороной наружу. Пропустите место для 1 модуля. Наденьте 11 белых модулей. Эти 11 модулей надевайте подряд, ничего не пропуская. Ну как? Получается делать лебедя? Вам все понятно? Сделали 4-й ряд. 5-й ряд. На крайний модуль из 11 модулей 4 ряда наденьте 1 модуль 5 ряда. Наденьте 10 белых модулей в 5 ряд лебедя. Сделали 5-й ряд. Найдите 1-й модуль 5-го ряда. Сюда начинаем надевать модули 6-го ряда. Наденьте 9 белых модулей. Сделали? Найдите край 6-го ряда и начните надевать модули 7-го ряда. Наденьте 8 модулей. Найдите край предыдущего ряда. Наденьте 7 модулей. Найдите край предыдущего ряда. Наденьте 6 модулей. Найдите край предыдущего ряда. Наденьте 5 модулей.
Видите? 5 модулей. Найдите край предыдущего ряда. Наденьте 4 модуля. Найдите край предыдущего ряда. Наденьте 3 модуля. Два модуля. Один модуль. Сделали? Да? Сделаем шею и клюв лебедя. Наденьте друг на дружку 18 белых модулей. И на край наденьте красный модуль. Если у вас нет красного модуля, то, как я говорила ранее, сделайте белый модуль и раскрасьте его. Согните конструкцию дугой. Возьмите тело лебедя и тот модуль, который мы надевали отдельно в четвертый ряд короткой стороной наружу, переверните. И наденьте его, как обычно. Наденьте на него шею лебедя. Если вам понравилось сделать лебедя вместе с каналом Оригами и не только, то поделитесь этим видео с другими. Буду очень благодарна за ваш отзыв.